Нью-Йорк — величайший город мира. Мой город. Я начал с самого дна. Пойдем. И оказался на вершине. Джон, я хочу, чтобы ты возглавил клан Гамбино. Почту за честь. Ты завалил босса всех боссов. Ты чертовски круто влип. Я отстаю свою позицию. Слушайте внимательно. Едем к Полу. Главарь мафии Большой Пол Кастеллано был застрелен в центре Манхэттена. Мы должны взять на себя все районы. Квинс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд и Бронкс. Сейчас наша задача — передать корону достойнейшему. Я предлагаю Джона Готти. За нового босса! За Джона Готти! Пусть все знают, что обращаться нужно ко мне. Я горжусь тобой. У тебя теперь должна быть своя группировка. Мистер Готти, вы глава преступной семьи Гамбино? Я глава своей семьи. Миссис Готти, вы знаете, чем занимается ваш муж? Заботится о нас. На Джона слишком сильно давят. Такого допускать нельзя. Бомба предназначалась тебе. Раньше мы в такие ситуации не попадали. Что ты наговорил на пленку? Много того, из-за чего могут сильно пострадать многие люди. Я ради тебя хоть с обрыва сигану. Ты клялся, что не втянешь в это сына. Жизнь прекрасна и удивительна, пока все сходит с рук. Вилфорд Джонсон был конфиденциальным информатором ФБР. Вранье! Соблюдайте порядок. Готти! Сражайся, пока хватит сил. И никогда не сдавай назад. Вместе живем, вместе умрем. Такова наша жизнь.